Всем привет, меня зовут Алёша. Вы на канале Игротека. Сегодня мы устраиваем классные битвы. Участники — это у нас Storm Spriggan зеленый будет биться с Максимум Гаруда, с большим таким волчком классным. Желтым. И ночной кошмар Nightmare Longinus против Дрейн Фафнера. Коричневого. Выбирай двоих. Вот эти. Все понял, ты взял Storm Spriggan и Nightmare Longinus. Две атаки. Я понял тебя. Начнем мы. Давай. Ночной кошмар против Дрейн Фафнер. Да. Оба крутятся у нас влево, правильно? Да. Играем до 7. Готов? Готов. 3, 2, 1. Так. Ой! Что за неожиданность такая случилась? Почему ты так быстро меня разбил? Просто так. Я думал, что будет бой подольше. А ты меня взял и разбил. Я, кстати, запускаю другим сегодня пускателем с веревочкой. Веревкой. Давай. Готов? Готов. 3, 2, 1. Финал! Ну что, Дрейн Фафнер, ты должен пробить. Опять то же самое. 4-0. Нет, я на самом деле предполагал, что он будет крутиться дольше. Разбить вряд ли. Давай. 3, 2, 1. Финал! Давай, Nightmare Longinus. А в итоге его Nightmare Longinus просто разбивает и все, да? Да. 6-0. Все время разбивает. Это что такое? Дрейн Фафнер, почему? Ты слабый. Почему-то, да. Ну, понятно, что ночной кошмар сильнее. Давай. 3, 2, 1. Финал! Ну, не 6-0 же. Эй! Ну, как так-то? Что за битва у нас такая получилась? 8-0? Да. Нет, так совсем нечестно. Все, сейчас... А второй у меня Гаруда, который тоже у нас разбивается, только... Через три удара. Да, через три удара. Только запускаю, он сразу разлетается. Ты специально мне таких подложил, да? Да. Ну, поехали. 3, 2, 1. Гаруда прыгает мой почему-то. Ну-ну-ну-ну, давай. А вот так вот, ничья. Ты первый. Ничья, пусть будет ничья. Дай мне хоть один шанс выиграть. Нет. Почему нет-то? Да, но все равно. Так, секундочку. Я готов. 3, 2, 1. Все! Гаруда, давай! Давай, Storm Spriggan. Может быть, он взлетит на этом, у него вот этот верхний слой, как вентилятор какой-то, да? Да. Туда еще лопасть, и он полетел, точно полетел. Да. 2-0. Я выигрываю. Я чувствую, что обе битвы ты выиграешь, да? За одну минуту. Не знаю, как, за сколько. Так, 2-0 у нас, да? Правильно? Да. Ну, поехали. 3, 2, 1. Все! Гаруда! Ему надо уворачиваться от твоего. Твоих ударов, да что такое? 4-0. Что это за игра такая? Веселая. Ну, для тебя, конечно, она веселая. А для тебя нет? А для меня нет. Я проигрываю, причем очень сильно. 4-0. В той битве 8-0 проиграл, и в этой 4-0 уже. Да. Давай. 3, 2, 1. Вот мой подпрыгнул как. Вообще у нас хоть раз Гаруда кого-нибудь выигрывал? Нет. Вообще ни разу? Ни разу. Пусть будет ничья. Да. Хоть он и разбился, пусть останется 4-0. Но мой стукнулся в твою часть и вылетел. Да. Вот
мне кажется, надо склеить там, чтобы он не разлетался так, да? Да. Тогда он, может быть, будет выигрывать. Поехали. 3, 2, 1. Все! Ох ты! Я не видел, он выбил или сам вылетел? Сам вылетел. Сам вылетел? Да. То есть удара не было, да? Да. То есть у нас в воздухе там. Так и остается. 4-0, да? Да. Секунду. Я почти готов. Готов? Готов. 3, 2, 1. Все! Ну, Гаруда, давай! Давай, Сон, спрыгай. Да тебе твоего подбадривать зачем? Он и так выигрывает. Опа! Снова ничья, смотри. Ну, твой первый, я знаю. Я понимаю, что он первый. Ну, почти первый. Да. Так, какой счет? 4-0. 4-0 так и остается, да? Да. Как бы я его ни запускал, он все время проигрывает. Давай, 3, 2, 1. Хоть под углом, хоть как-то на тебя пытаюсь я его запустить сверху. Бесполезно. Но мы же атак. Да я понимаю. 6-0. Еще одна твоя победа, да, и взрывающаяся. И я взорвусь. Поехали. 3, 2, 1. Все! Почему же? Ой, слабо. Гаруда тоже проиграл. Как такое может быть? Трейн Пафкер проиграл и Гаруда. Это все потому, что ты выбрал самый сильный. Верно? Да. Ну, понятно. Ладно. Победитель, ночной кошмар и Сторм Сприган. Сторм Сприган разбитый, кстати. Уже? Да. Классно победили. Всем пока. Всем пока. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока. Пока.